Так, мы выступали в проекте «Давай поженимся». Почему на мое соло все ушли? «Давай поженимся». Откажись, ты сможешь. Сегодня мы всем хором будем предлагать выйти замуж одной девушке. Мы пока ее не знаем. Это как на Востоке, знаете? Кот в мешке. Но у нас есть лицо. Люди, выходите за нас. Привет. А где ты вчера был? Не знаю. Это твоя девушка? Первый раз в жизни, да. Я надеюсь, что мне тоже кто-нибудь так предложит. Это здорово. Я много раз падала с лошадей, и ничего не страшно. Все будет хорошо. У вас есть такой позитив, который просто очень дорого стоит, поэтому я уверена, что все будет хорошо. Я надеюсь, что девушка нам ответит согласием, скажет «да». In sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife. 525,600 minutes, how do you measure a year in life? How about Ренат очень старался, и, конечно, спасибо огромное проекту «The Хор», которые помогли сделать предложение руки и сердца. Кстати, у них еще есть для вас сюрприз один, да? У нас 22 числа будет концерт, вот, и вы уже с осознанием того, что вы будете мужем и женой, приходите, мы будем очень рады вас видеть. Это вам такие очки, это пригласительные билеты. Спасибо большое. Ребята, вы супер. Спасибо. Очень много всего. Мы выступали в Jazz Blues Cafe на кофейной вечеринке. Мы сделали целых две песни про кофе. Еще вчера мы разучивали танец под одну замечательную песню. Вот, будет круто. Которая танцует хорошо. Это мы так должны делать все на концертах. Так, как она. Отлично, ребята выступают. Прекрасно подготовлены, шикарные голоса. Замечательно. Здорово, очень молодцы. I got the love that keeps me waiting.
вступление хора? Нет? Очень отлично. Спасибо. Все, погнали. La 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 la